Претензии армян на Карабах. Начнем с того, что Карабах, как само название, как историческая территория, как земля, ни в коей мере, никак и никогда не может быть оспорено Армении как государство. Карабах никогда не находился в составе Армянской республики и армянского государства. Карабах никогда не был отдельным армянским государством. Если был, то покажите, где, когда и под предводительством какого армянского императора, царя или хана. Этого никогда не было. Армяне силком хотели притянуть к себе Карабах. После Карабаха была бы Гянджа, был бы Нахчеван и так далее и тому подобное. Карабах всегда был мусульманской землей. В Карабахе всегда жили азербайджанцы. Карабах основал Панах Алихан в 1748 году, построив крепость Шахбулах, а дальше крепость Аскеран, еще одну крепость построил, к сожалению, разрушенную полностью до основания сегодня, и в итоге крепость в городе Шуша, 1752 год. Все, никогда в жизни в Карабахе не правили армяне, никогда в жизни в Карабахе не владели карабахской землей армяне. Они ее захватили на 30 лет, создали там непризнанное государство. Понимаете, прийти и хозяйничать, но не признать, это не значит править. Править — это когда тебя признает весь мир, когда не только силой, но и умом, и по-честному это твое. Так что, мои золотые, учите настоящую историю. Карабах был, есть и, самое главное, всегда будет Азербайджаном. И по-другому не будет. Никогда, ни при каких условиях, ни при каких правителях и ни при какой погоде. Спасибо большое.